Венспилская музыкальная библиотека, которая находится в здании концертного зала «Латвия» и Венспилской музыкальной школы, на прошлой неделе отпраздновала свой второй день рождения. Этот день был особенным не только для работников библиотеки, но и для гостей. А гости были долгожданные и любимые. На концерт в честь дня рождения пришли воспитанники Центра поддержки семей и детей с особыми потребностями «Цимденш». Особенным был и концерт. Зрители находились на сцене вместе с музыкантами Нилом Ииле и Майей Сейяне Ииле. Они слушали музыку, изучали инструменты и пробовали извлечь звуки. О том, как это было, рассказала руководитель центра «Цимденш» Ева Самите Церпа. С днем рождения, музыкальная библиотека! Концерт – это подарок. Подарок нам от музыкальной библиотеки, наполнившей нас. Самый прекрасный подарок – это тот, который ты даришь кому-то с любовью, и все чувствуют себя как именинники. И этот концерт вместе с музыкантами Нилом и его женой был таким сердечным, таким настоящим и нужным, необходимым нам всем. По словам Иевы, лучшего подарка и детям, и самой библиотеке в день рождения придумать нельзя было. Ведь это общение, общение с музыкой, с людьми и погружение в волшебную атмосферу. Вообще в музыкальной библиотеке своя особая атмосфера, и это все благодаря людям, которые здесь работают. Мы встретились с руководителем Венспилской музыкальной библиотеки Ингой Аулманой, и она рассказала, что они чувствовали в этот праздничный день, как им живется в новых современных помещениях и какие планы они строят на будущее. Я хочу сказать так, 2 года. Мы были на четвереньках, встали на ноги и идем вперед. Если честно, мы очень рады тому, что у нас такой дом. И я еще раз хочу подчеркнуть, что то решение соединить в одном месте и музыкальную школу, библиотеку и концертный зал было лучшим решением, которое можно было бы принять. Потому что жизнь нашей библиотеки на данный момент, когда нет строгих ограничений, начинается в 9 утра и заканчивается в 6. Часов вечера, а иногда и позже. С утра до вечера здесь кипит жизнь. Приходят студенты музыкальной средней школы, днем приходят маленькие музыканты, а вечером взрослые, которые творчески развиваются. Здесь ярко отмечают различные праздники и проходят лекции. У нас скоро состоится концерт для общества сеньоров. Они будут встречаться с краеведом Андрем Даниленко. И единственное, что мы сейчас хотим, чтобы COVID не разрушил наши планы. У нас также запланированы лекции с лучшими лекторами и музыковедами Латвии, с Орестом Силабриедисом и Андрисом Вецумнексом. И вчера мы, конечно же, пережили большой эмоциональный момент. Мы вместе с воспитанниками Цимденша и музыкантами отмечали свой второй день рождения. Дети у нас музицировали, и было все так тепло, и это для нас незабываемый момент. Венспилская музыкальная библиотека расположена в самом сердце нашего города, на площади Лилейс, и открыта для всех, кто любит музыку. В одной из наших следующих программ мы расскажем вам о том, какая удивительная музыкальная кровать для релаксации появилась в музыкальной библиотеке.